Значит, смотри, сегодня у нас простая с тобой задача. Мы с тобой будем заниматься тем, что мы будем просто знакомиться с образом. Твоим образом, который выдаст твое бессознательное, мы посмотрим, какую женщину ты встретишь внутри себя. Да? То есть у нас есть возможность погрузиться во внутренний мир через практику расслабления. Я тебя заведу в транс. И есть определенная последовательность, тебе особо ничего не придется делать, ты просто будешь наслаждаться этим процессом, ты просто будешь участвовать в нем. И когда будут приходить какие-то отзывы, я постоянно путаю слово «отзывы» с «образами», когда, видимо, очень отзывов каких-то хочется. Как Фрейд говорил, все описочки про секс. Значит, произойдет следующее, мы с тобой погрузимся в транс. Ты будешь наблюдать какие-то образы, у тебя будет с ними взаимодействие через меня. То есть я... Что сейчас чувствуешь, кстати? Тревогу небольшую. Да, тревогу, да. Она уйдет, не переживай. И мы, значит, посмотрим на этот образ, и ты расскажешь, каким ты его видишь, да? И после этого я дам интерпретацию этому образу и немножко научу тебя, как можно с этим образом взаимодействовать. Как можно с ним, от него напрямую получать какую-либо информацию. Это тоже интересно. Окей, сейчас прими, пожалуйста, удобное положение. На меня можешь не смотреть. Вот почувствуй, как твоему телу сейчас хотелось бы расположиться. Как ему хотелось бы расположиться, да? И переведи сейчас вот внимание на ноги. Просто фокус, да? Прикрывай глазки. Мы просто блуждаем сейчас по твоему телу. И сейчас перед тобой появляется дом. Частный дом. Пока ты просто смотришь на него. Это дом, в котором живут твои образы, образы твоих субличностей. Ты медленно начинаешь к нему приближаться, к этому дому. Совершаешь несколько шагов. Дом с крыльцом, и на крыльцо ведут три ступени. И каждая ступень — это более глубокий вход в бессознательное. Ты поднимаешься на первую ступень, на вторую ступень, на третью ступень. И ты практически уже у цели. Дверь дома приоткрыта. Она словно приглашает тебя зайти. Ты делаешь еще один шаг глубже свое бессознательное и оказываешься внутри этого дома. Оглянись там. Ты видишь много разных дверей. Но тебе нужна одна дверь, на которой нарисована роза. Посмотри, где эта дверь. Что за роза нарисована там, как она выглядит, пока просто посмотри. Именно за этой дверью будет сейчас важная встреча. Ты увидишь свою внутреннюю женщину. Подходи к этой двери и тихонько ее открывай. Перед тобой открывается комната. И в этой комнате стоит фигура. Ну, возможно, на каком-то расстоянии или рядом. Это фигура женщины. Скажи мне, что ты видишь сейчас?
комнате, где много какие-то белые шторы, белые развивающиеся ткани. Очень много этого. Стоит такая девушка, худая, на манер одета викторианской эпохи, перед зеркалом таким овальным, вытянутым. На ней пышное платье какой-то аристократки и сложный головной убор. На что похож головной убор? Смотри, как бы ты описала. Это какая-то, опять-таки, вуаль полупрозрачная, которая скрывает ее лицо. Да. И такая прическа с убранными вот тут вот спереди прядями и длинные волосы. Расскажи чуть больше про ее одежду. На ней платье, которое открывает вот так. Не показывает декольте, вот строго открытое. Чуть-чуть плечи, ключицы, шея. Вот здесь закрывается. Плечи тоже не видно, они скрыты. Здесь облегающие такие рукава. Корсет, который сжимает ее. И юбка в пол. Но при этом она босиком. То есть как будто бы я ее застала за туалетом, она еще не готова. Давай спросим ее, к какому, может быть, она сословию относится или к чему вот ее такой вот. Что означает эта ее одежда? Она какая-то, как жрица, что ли, она не показывается вообще. Она не выходит из своей комнаты. Не показывается. Это как келья. Как темница, в которой она сидит. При этом она светлая темница, да? Да, да. Но она в ней как закрыта от мира. Да, да, да. Давай ее спросим или скажи, что еще. Нет, это... Давай подойдем к ней, посмотрим. Она идет с тобой на контакт? Она отвечает. Да, скажи, да. Пожалуйста, мне ее узнай. А почему она не выходит? По какой причине? Она очень-очень светлая. Угу. Она мгновенно испачкается, если она выйдет. Она боится, да? Да, 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 да. Она как очень... она может испачкаться? Она вся белая, у нее кожа белая, платье белое, все белое. Она... Вот я шла когда к ней по коридору даже, он деревянный, такой старый, сыпется. Дверь такая старая, деревянная, а в ее комнате все очень чистое, стерильное, светлое такое. Каким бы словом ты все это назвала? Что это за пространство? Где она находится? Да. Что это какое-то отрешенное вообще от мира, не знаю, как сфера какая-то. Угу. Что она где-то как на облаке живет. И не соприкасается с реальностью, да? Да, да, да. Давай посмотрим, почему так сложилось, что она боится с ней соприкоснуться, кроме того, что она боится испачкаться. Если она испачкается, туда пойдем, что случится с ней? Она не сможет это отмыть. Не сможет? Нет, вот это пятно, оно не останется, это не смыть, не перетереть, это... Почти как смерть. Почти как смерть. Да. Что она потеряет тогда, если она испачкается? Вот эту свою чистоту, она будет как проклятая, как прокаженная. Угу. Она угу. потеряет себя. Угу. Она потеряет себя. Да. Да? Да. Какой она станет тогда? Вот если она сейчас такая чистая, такая светлая, такая идеальная. То что с ней случится, если вдруг
Она соприкоснется с реальностью, испачкается. Что она как будто бы лишится вот этого пузыря, в котором она сейчас находится. Она лишится этой одежды, она лишится вот этой безопасности. Она это все потеряет. Да. Она останется вообще, вот если представлять вот мысленно, что она коснется чего-то грязного, то сразу картинка, что она стоит голая и вся в грязи, вся в этом смоле какой-то, волосы перепачкаются. Ну, то есть даже страшно это представлять. Как будто она сразу превратится в падшую. В падшую. Да. Однозначно в плохую падшую, да. Недостойную вообще, да, жизни, да, любви, внимания. Да. Что ты к ней чувствуешь, когда ты на нее смотришь? Что она как очень красивая картина. Угу. Мне приятно на нее смотреть, но я не чувствую именно с ней связи какой-то. Как думаешь, почему нет связи? Это от нее нет связи или от тебя нет связи? Наверное, она выбрала вот не пачкаться, сидеть в своей комнате и... Даже не коммуницировать ни с кем, да? Она не особо хочет разговаривать. Я ей задаю вопрос, она может ответить. Но не словами, а как бы показывает мне, что с ней. Дает понять, да? Да. Так она какая-то вот такая держится. Держит, идеальная такая. Да. А скажи... Вот если так на нее, разрешит ли она, чтобы ты вошла в ее образ, и я ее поспрашиваю? А ты не грязная? Сразу такой вопрос. А скажи, а ты скажи, что ты часть меня, я это ты, и мы с тобой единое целое. И мне бы хотелось исследовать тебя, чтобы лучше понимать свою часть. Ну, она, конечно, как скажет, не доверяет, но, в принципе, можно попробовать. Mm-hmm. То есть, если бы ты не была мной, ты бы тут не оказалась. Точно. Так говорит. То есть, есть какая-то возможность туда зайти, да? Да. Сейчас на счет три давай туда зайдем, и я с тобой пообщаюсь. Угу. Ты, Василиса, перемещаешься в образ своей внутренней женщины. Раз, два. Ты внутренняя женщина, ты жрица. Так. Почувствуй себя в ней. Ты и есть жрица. Можно я позадаю тебе вопрос? Может быть, разрешишь немножко поисследовать тебя? Понимаю, что ты не очень, наверное, хочешь, не очень заинтересована, может быть, ты боишься, что мы тебя обидим. Мы попробуем не обижать. Хорошо. Скажи, пожалуйста, с каким главным чувством ты живешь? Что? Скованность. Скованность. Ты, да, сейчас ее чувствуешь? Да. Я буду на безопасном расстоянии, чтобы тебя не смущать. Я как фарфор, меня очень легко разбить. Я это чувствую. Скажи, давно ты так живешь, с таким чувством? Не знаю, всегда. Всегда тебе кажется? Кажется, да. Если посмотреть, что может тебя разбить? Что может так тебя ранить? Почти все. Это мир. Люди, да? Мир. События в нем, да? Все. Все что угодно. И немножко достаточно и трещина. И что тогда, если маленькая трещина? И все, я не идеальная фигура. Почему так хочется тебе быть идеальной?
просто я идеальная фарфоровая фигура. Как ты думаешь, ты идеальная, потому что ты фарфоровая, или ты стала фарфоровой, потому что ты идеальная? Думаю, со временем я окаменела, да. Потому что почувствуй, потому что что случилось? Потому что нельзя было выходить. Да, нельзя выходить. Если я буду выходить, там я могу. Я долго стояла на одном месте и окаменела. Как бы, да, потеряла что-то. Почему тебе так важно быть идеальной? Почему ты так стремишься к этому? Почувствуй. Будто был риск раствориться совсем, и я выбрала между раствориться и закаменеть второй вариант, что я как бы все равно осталась. Как так получилось, что тебе кажется, что если ты не стопроцентный абсолют, не стопроцентный идеал, то какой-то оттенок другого цвета может тебя абсолютно уничтожить? Уязвимость такая. Такая уязвимость. А почувствуй эту уязвимость, она в силу чего сформировалась? Что сформировало тебя такой уязвимой? Нет возможности быть разной. Только такой я должна быть, и тогда я останусь в живых. Что за опыт с тобой произошел, который не позволяет тебе не быть идеальной? Не могу вспомнить. Как будто это всегда было с тобой? Как будто да. Даже в раннем детстве? Угу. Что в детстве я была еще мягкой. Мягкой, живой. Прозрачной. Прозрачной. Какой-то вот, что мои границы, они были очень легко... проницаемы. Да. И по этой причине я решила... чтобы себя сохранить, как склеп. Вот я в склепе сейчас. И в нем как закрыто. Как закрыто. А если посмотреть в окно? Хочется ли попробовать взаимодействовать с этим миром и не бояться? Да. Да? Да, потому что как-то когда-то давно я была проницаема, но я была как ветер, я могла вылетать из этого окна. Как думаешь, что бы тебе помогло? Что бы тебе помогло не бояться исчезнуть, если ты соприкасаешься с миром? Если бы я снова стала мягкой. Я камень, я упаду или точно разобьюсь. Давай почувствуем вот эту мягкость. Может ли, как тебе кажется, любовь Василисы, какое-то отношение к тебе может быть более принимающее, сделать тебя помягче? Как ты чувствуешь? Ну, в целом, даже сейчас она во мне. И она теплая. Она теплая? А я холодная. А ты холодная. Это очень необычное чувство. Что-то горячее внутри. Что-то горячее. Я так привыкла, что здесь так холодно. Потому что она как будто бы дала тебе себя. Да? Да. Просто приятно быть с ней. Приятно быть с ней. Почему она не приходила? Она просто не знала, что ты там есть.
она не могла тебя встретить. Мы сейчас узнаем. Мы сейчас у нее узнаем. Пускай она станет напротив тебя, хорошо? Угу. На счет три рассоединиться с тобой. Раз, два, три. Ты Василиса, ты стоишь напротив своей женщины. Угу. Ты можешь мне сказать, готова ли ты сейчас побыть с ней вместе и дать ей почувствовать, что ты для нее есть? Ну, вообще, мне ее сейчас жалко. Жалко сейчас. Но она сейчас сидит и плачет перед своим зеркалом. Зашла, была такая грозная фигура. Немножко, может, обиделась, понимаешь? Она думала, до нее нет никому дела. Как думаешь, как так получилось, что ты давно на нее не выходила? Не чувствовала ее внутри. Вы были как рассоединены. Может, даже я ее закрыла. Может быть. Давай почувствуем этот момент. Что это было за, возможно, закрытие? Потому что у меня сейчас есть ключ, и я понимаю, что она от этой комнаты... То у тебя? Да, это я ее закрыла. Это ты ее закрыла. Отдадим ей этот ключ? Ну да. Или что сделаем лучше? Просто откроем, как лучше попробуем. Почувствуй. Замок не нужен, она может выходить, когда хочет. Лучше без замка, лучше снять его. Давай снимем замок. Давай сейчас к ней обратимся. Я бы хотела, чтобы ты, зная о ее чувствах, поговорила с ней о том, о чем ей очень нужно, чтобы ты дала ей понять, что она не брошена и не забыта тобой. Почувствуй, что ты хочешь и можешь ей сказать. Тебе не обязательно быть такой холодной и превращать себя в камень. Если тебе не с кем поговорить, то у тебя есть я. Я могу приходить к тебе, и мы можем быть друзьями. Не обязательно закрываться, и если тебе нужна помощь, ты всегда можешь обратиться ко мне. Да, а давай еще попробуем взять немножко даже больше инициативы на себя и сказать ей, попробуй сказать ей, что я сейчас познакомилась с тобой. Я сейчас познакомилась с тобой. Я увидела тебя. Я увидела тебя. Я хочу тебе сказать, ты вызываешь во мне много чувств. Я хочу тебе сказать, ты вызываешь во мне много чувств. Я переживаю за тебя. Я переживаю за тебя. Я не хочу, чтобы ты была холодной. Я не хочу, чтобы ты была холодной. Все тепло, которое у меня есть. Все тепло, которое у меня есть. Я даю сейчас тебе. Я даю сейчас тебе. И попробуй почувствовать, как ты направляешь от себя свою живую энергию в нее. Я согреваю тебя. Я согреваю тебя. Как самое родное, что у меня есть. Как самое родное, что у меня есть. Потому что ты — это я. Потому что ты — это я. Часть меня. Часть меня. Мое женское начало. Мое женское начало. Что ты чувствуешь, когда это говоришь? Ну, просто не могу описать это визуально. Происходит, что когда я направляю к ней тепло, то вся эта комната, она начинает приобретать цвета. Она была белая, холодная, чистая. А тут у нее как будто бы румянец появляется. У штор появляется цвет. И все
становится теплым. Легко ли тебе делиться с ней этим теплом? Как ты думаешь? Да. Продолжим? Да. Это приятно. Скажи, что ты можешь не быть идеальной. Ты можешь не быть идеальной. Я приму тебя любой. Я приму тебя любой. Я смогу. Я смогу. Я не исчезну. Я не исчезну. Если ты будешь не идеальной. Если ты будешь не идеальной. Мое сердце может любить тебя безусловно. Мое сердце может любить тебя безусловно. Когда-то я не знала, как это. Когда-то я не знала, как это. Меня так не любили. Меня так не любили. Я хочу познакомиться с этим чувством через любовь к тебе. Я хочу познакомиться с этим чувством через любовь к тебе. Поэтому я разрешаю тебе быть любой. Поэтому я разрешаю тебе быть любой. Прошу тебя, будь любой. Прошу тебя быть любой. И я не стану отказываться от тебя. Я не стану отказываться от тебя. Я хочу, чтобы ты жила, совершала поступки и ошибки. Я хочу, чтобы ты жила, совершала поступки и ошибки. Я буду тем, кто будет тебя принимать. Я буду тем, кто будет тебя принимать. Любовь. Любой. Любой твой выбор. Любой твой выбор. Любую твою любовь. Любую твою любовь. Почувствуй, что ты готова ее принимать. Это очень важно. Ее нельзя обмануть. Она очень благодарна сейчас. У нее никогда такого не было. Да, и у тебя не было. Соприкоснись, войди в это состояние. Она достойна этого, почувствуй. Сколько лет она ждала такого принятия? Предложи ей выйти на улицу. Хочешь выйти на улицу? Может быть, вы найдете какую-нибудь сейчас полянку с травой, с растениями. Присядете на нее. И, может быть, она захочет соприкоснуться с этой природой, с этим воздухом, с землей, потрогать ее, немножко испачкаться и не забояться, что ты ее отвернешь. Что вы делаете? На качелях качаемся. Да. Что она чувствует? Свободу. Воздух. Угу. Качаетесь. Почувствуй. Ей можно касаться этого мира. Она даже может валяться и испачкаться в чем-то. Она не перестанет быть для тебя тем, кого ты можешь любить. Твоя задача — почувствовать, что ты можешь ее любить несовершенной. Ей не обязательно быть идеальной. Ей не обязательно быть в этой одежде. Ей не обязательно быть закрытой. Ей не обязательно не быть пуританкой, а может быть разной. Открытый, закрытый. Видишь ли ты сейчас ее лицо? Угу. Как она выглядит? Она очень рада. Угу. Она улыбается. Улыбается? Угу. Довольная такая. Довольная, угу, такая.
Тебе сейчас нужно этот образ принять в себя, потому что ее место, твой, ее дом внутри тебя. И нужно к ней обратиться и сказать: ты часть меня, и я возвращаю тебя вовнутрь своего я. Я интегрируюсь с тобой. И увидеть, как она размещается внутри тебя, куда-то, где ей положено быть. Угу. И как две ваши энергии соединяются. Да, скажи, ты всегда будешь здесь. Почувствуй, что происходит у тебя внутри сейчас, у тебя у Василиса. О, у меня тут столько энергии. Очень-очень тепло, и весна в душе. Весна. Да. Весна. У нее было так холодно, теперь снова тепло. Грея. Угу. И подыши этой весной, почувствуй, что внутри весна. Она пронизывает тебя. Это жизнь, это символ жизни. И всегда, когда ты себя ругаешь и недовольна собой, тебе кажется, что ты не дотягиваешь. Почувствуй, что есть такая внутри тебя твоя женщина, твоя девушка, которая очень сейчас нуждается в принятии, в твоем тепле, чтобы ее поддержать, чтобы дать ей немножко свою любовь. Она всегда там. И что если не давать ей любовь, она станет фарфоровой. Да, может быть идеальной, но не живой. Лучше выбирать живое что-то. Пускай будет не идеальное, как ты считаешь. Я согласна. Пока ты здесь, ты не можешь быть идеальной. Идеальные все на небе. Да, и сейчас ты потихонечку начинаешь прощаться с этим домом. Ты знаешь, что это место, где ты встречаешься с собой. Ты немножечко отходишь от этого дома. Он всегда есть. Туда всегда можно возвращаться. И ты переводишь внимание в свое тело, в ноги, в руки, в свое дыхание. И ощущаешь себя здесь, в моменте, со мной, на диване. И открываешь глаза. Я плакалась. Как всегда, нет Софьи. Очень страшно. Как ты? Ну, хорошо. Хорошо? Да. Легкость какая-то есть. А ты переживала, да? Да. Что что-то не получится. Ну да, переживала, что сын там не увижу вдруг. Там. Чтобы ты не увидела. Да. Хочу дать расшифровку твоей внутренней работы. Да, что сейчас мы увидели. Кстати, это часто. Скажу сразу, это распространенная такая история. Когда мы встречаемся первый раз со своей внутренней женщиной, то, как правило, мы встречаемся с либо идеальной частью себя, идеальной. Я ее еще называю как бы компенсаторно-ложной. Что значит компенсаторно-ложной? То есть я не готова пока что видеть свое истинное положение вещей. А, даже не то, что не готова, а мое бессознательное показывает: посмотри, к чему ты стремишься, посмотри, какой ты хочешь быть. В этом образе много защиты, и наверняка те, кто смотрел сейчас, поняли, что здесь главная идея — быть идеальной. Угу. Если я не буду идеальной, если я не буду идеальной, то я перестану существовать. Я очень хрупкая, я очень неустойчивая. И если
я хоть немного допущу контакт, вот тут две линии, первое, контакт с чем-либо меня пачкает, меня, а это символическое запачкивание, это просто я могу перестать быть правильной, я могу во взаимодействии с внешним миром перестать быть, могу ошибаться, могу совершать какие-то ошибки, которые не будут миром оценены по достоинству или там по высшему какому-то баллу, да. То есть взаимодействие с миром может дать мне ощущение моей неидеальности. От мира я могу испачкаться. Это символически испачкаться, это не в прямом, конечно, смысле слова, да. То есть и поэтому я предпочитаю сохранять, во имя сохранения своей собственной идеальности, я предпочитаю от мира быть спрятанной, не соприкасаться, не выходить к нему, не взаимодействовать, условно говоря, не жить своей женской частью, я ее буду, ну, на самом деле это какое-то такое, да, то есть если я не даю ей пространство, если я не даю ей возможности проявляться, то есть вот этот символизм, что мы, наша внутренняя женщина не соприкасается с миром, говорит всегда о том, что моя женская суть спрятана, она заблокирована, как что-то наиболее уязвимое в тебе, как что-то, что очень хрупкое, как что-то, что ты хранишь, закрываешь, это не значит, что ее там нет. То есть здесь контекст такой, когда женщина вытесняет свою женскую часть, не желает быть женщиной, то тогда она демонстрирует отсутствие женского в образе. Она такая мужиковатая, или она безжизненная, такая где-то там лежит, спит, не шевелится. Ну, то есть вообще как будто бы нету женщины. Здесь у нас женщина есть, но она наиболее уязвимая и хрупкая часть твоей личности, именно твое женское «я». Потому что она очень боится быть вот неидеальной, и поэтому она спрятана. Ты сказала, что она как в пузыре, она не соприкасается. И ей важно, она, у нее есть идея ложная, что если я буду идеальной, тогда я выживу. Да? То есть я не смогу выжить, если хоть немного, хоть что-то будет, докоснется до меня, я потеряю свой абсолют. Да? Это нарциссическая защита. Она очень часто выдается, для меня было открытие, что очень часто выдается нарциссическая защита, когда мы идем во внутреннюю женщину. Да, то есть, а нарциссическая защита – это когда это расщепление на полюс идеальности абсолюта. Иногда это грандиозность, да, но здесь не было грандиозности, здесь не было надменности, здесь не было величия, здесь была чистота, непорочность, асексуальность, потому что я закрытая, потому что это правильно. Да, да, да. Да, и была такая вот идея, что там в мире, и что я очень хрупкая, что я очень неустойчивая. Да, поэтому я буду сидеть, мне нельзя, грубо говоря, играть, мне нельзя гулять, мне нельзя быть с этим миром, я предпочитаю. Тогда нет жизни, да? И что мы стали делать, да? Мы попробовали выйти на какие-то, может быть, события, в которые сформировали эту идею, что я такая хрупкая. Потому что на самом деле это самоощущение, да, это психологическая защита. Человек не может быть таким хрупким, но его бессознательно ему показывает, ты к себе относишься как к хрупкой. Ты так можешь раниться, ты так можешь переживать, ты так можешь бояться, да. То есть это некая идея, которая у нас возникла от какого-то, ну, травматичного опыта. Конечно же, человек воистину не такой хрупкий, он много что может преодолевать, да. И что мы попробовали сделать? События как такового мы не нашли, потому что она сказала, я не знаю, что меня делает такой. Вот в таком интересном случае я считаю, что это, не знаю, как готовы наши слушатели к этому, да, я считаю, что это кармический опыт, что это то, что приходит с человеком уже, он таким хрупким родился, он таким чувственным, сензитивным, он таким уже, ну, по своей конституции был, да, и когда он попал в среду, где, помнишь, ты сказала, она была мягкой, но как будто бы это что-то... Да, она была вот такой полупрозрачной, какой-то воздушной. Границы. Здесь вот, да, ты мне напомнил. Здесь была история. Это говорит мне о том, что у человека, у девочки в детском возрасте были нарушены ее границы. Кто-то проникал, врывался, встраивался в ее внутреннюю систему, во внутренний мир. И для хрупкого ребенка это было как абсолютное исчезновение ее границ. Да, то есть это вот такая история, что когда я была живая,
И когда я предпочитала взаимодействие с этим миром, то этот мир как бы встраивался в меня. Это, кстати, нам может говорить о некой пограничной части личности, да, потому что у пограничной структуры личности как раз есть вот эта тема, что я абсолютно проницаемая, что я вообще исчезну, что мир может меня как бы растворить, поглотить, да, поэтому я предпочитаю какую-то часть себя, да. Как может, как тебе кажется, давай порассуждаем, вот такая вот закрытость внутренней женщины, да, вот такая, как она в реальной жизни может проявляться? Закрытость именно как женщина? Как вот, да, как субличность женщины, да? В целом мне довольно трудно проявлять себя женщиной, то есть я вот как... именно через женское, да? Да, то есть я как работник, да, я как... Бесполое как... что-то, да? Да, что-то бесполое, что-то вот правильное, ну, то есть как именно женщина мне вообще... Ее скрыли и там, потому что она защищена. Да, да. Тогда ее не будем, тогда она будет там у меня закрыта, да, и я тогда как бы вывожу что-то, что не такое хрупкое, не моя женская часть, а просто я человек. Да, и вот из субличности я человек, да? Да, потому что здесь нет мужской субличности, я ее не вижу в тебе, я не вижу мужской субличности. Я иногда вижу в девочках, у тебя очень женственный голос, да, у тебя фигуры женственные, у тебя все равно, когда ты говоришь, вот эти твои руки, вот, вот это все, и даже то, что ты блондинку красишься, это тоже, но в целом-то говорит про то, что рулит здесь не мужской. Не мужская субличность. Но женскую, когда мы убираем, то тогда вот эта асексуальность, отсутствие пола, такого непонятного понимания, кто я, андроген, не андроген, как у меня вот с этим, да, вот в этой точке. Здесь могут быть вот такие вот какие-то вещи. Когда ты возвращаешь женщину, потому что ей нужна поддержка, что наша задача сделать? Наша задача понять, она хрупкая, потому что у нее нет защиты. А у нее нет защиты, потому что она когда-то не получила модель, опыт. Она получила вторжение, в нее вторгались, поэтому она дистанцировалась, спряталась и закрылась. Ты можешь становиться в позицию того, кто теперь ее защищает, в позицию того, кто разрешает ей быть живой, мягкой, чувствующей, потому что есть ты, которая всегда придет и ее защитит, и твоя вот эта ресурсная такая личность, и самая твоя главная по жизни задача, она боится не быть идеальной, потому что ей кажется, только идеальной можно выжить. Да. А взаимодействовать с миром страшно. Да, с миром страшно взаимодействовать. Тогда там, ну, то есть твоя задача там многослойная. И основная, что я разрешаю тебе быть любой. Ты в себе начинаешь генерить вот эту идею, что мне можно быть любой. Я принимаю себя любой. Если тебе легче это делать через этот образ, потому что она так нуждается в этом, то ты расстановку эту внутреннюю делаешь. Все, и проживаешь. Ну, это про принятие, на самом деле, было очень мощной для меня идеей. Я сразу почувствовала на нее отклик. И от нее, как от образа, и от себя изнутри. Да, когда мы в образ что-то даем, да, то есть нам нужно разделить это на психологические составляющие, на субличности, потому что мы напрямую сами себе иногда не можем сообразить. А когда мы выносим образ напротив, видим, в каком он находится положении вещей, то есть очень много сочувствия рождается. Да. Вот если бы это было вот про нарциссическое расстройство личности, да, а не про нарциссическое защиту, это две разные вещи. Когда я говорю нарциссическая защита, она может быть у кого угодно. Нет, это не значит, что человек нарцисс. Нарциссическое расстройство сопровождается другим. Нет чувств к своей внутренней женщине. Есть к ней чувство брезгливости, отторжения, непринятия как худшей части себя. Здесь не так. Здесь много было к ней, ну, вообще изначально прям пошли эмоции. Поэтому надо понимать, что если есть эмоции, значит, я к себе-то много что чувствую. Я к себе-то имею отношение живое, такое, знаешь, родительское. Ну да, она просто была еще сильно старше изначально, фарфоровая эта женщина. А как думаешь, почему она старше? У меня есть вот, сейчас пришло, ты как считаешь, почему она была сильно старше? Почувствуй, вот такая она еще и взрослая такая, что это? Ну, как будто вот с вот этим камнем, вот этой напускной защитой, она еще и, не знаю, состарила себя, как будто бы специально. Да, а ты знаешь, потому что может быть такая вот ассоциация, что, во-первых, все, что не живое, оно не молодое. Оно бы уже такое, знаешь, оно туда приближается, закат жизненный, не расцвет. Да. Вот это тоже фишка, когда сильно старший образ, это тоже нам подсказка, что там нету витальности. Если сильно младше, там много инфантильности, если сильно старше, нету витальности.
И вот это розовые щеки, это все правильно пошло, значит. Классно. Ну вот такая вот история. Очень интересно. Да? Да. Понравилось? Да, вообще. Супер. Ну вот, друзья, вот это мы и делаем на курсах, да, мы работаем с внутренней женщиной, понимаем. И вот, знаешь, вот такой вопрос. Когда ты вот, просто бы я тебе рассказала бы про твою идеальную модель, и когда ты увидела, вот как вот, когда ты проживаешь это, какое впечатление это оставляет внутри? Когда ты проживаешь именно, то вот это воспоминание, оно хранится не только в разумной части, ты ощущаешь его телом, ты можешь заякориться на какие-то впечатления. Вот этот момент, когда ты отдаешь ей поток, и вот это рассвет вообще всей комнаты, вместо зимы стала весна, это очень мощно вот запоминается всем телом, и ты можешь возвращаться легко в это состояние, как проживать его снова. Да. И эти образы сегодня еще несколько раз, они будут стоять перед тобой, потом расскажешь мне, потому что они... Да, они сохраняются. Как будто ты зашла к ней домой и увидела ее реальной. Да, очень здорово. Ну все, спасибо за это. Спасибо. Спасибо.